Da 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 dum. Вон дровники сбегаем. Уж на подрывнике получится. Да ты жрёшь, стальная голова! Вообще ничего нет нормального, ну ладно. Ну, разве винтовка есть, но я не крит-класс. Нечего. Нечего. Тут я совсем перестал дистанцию чувствовать, кстати, ребят. Заметили, как я нажимаю милишку плохо? Она, да, она именно милишка. Будем гореть, если что. Мы ж подняли свечку. Если мы подрывник, надо идти взрывать. Привет, Боже. Как твои дела, Годжи? Понимаю, понимаю. У меня вот пятница будет тяжелая явно.
Ну, надо сыграть с ним в рулетку, может он яда отдаст. Я дал, не дал, да? Да. Так, сука. Бьем барабан. И все, собственно. Тяжело. Конечно, добавила, что бы мне не добавить, ребят. Не думали? Блять, а мы и не думали. Мне навтыкал. Блять, и меня выжигло просто. Это такой бред ебучий. Это я как будто разучился играть за команду, что вам не кажется, ребят? Ебать там народу.
Что, я потерял лопату, когда вскарабкивался? Нужно быть аккуратнее, если я хочу добраться до хрен 8 без неприятности. Не нравится, как постарались переводчики игры. Не пойму, очень хорошо постарались. Всякие мемы перенести для русскоговорящих. Нормальный каламбур сделали, ну типа. Живот и на лопату. Бать не въебало. Thank you.
У меня в этом же, да, у меня поклонная консервная банка Ладно, пусть наносит морозную. Нет, я попробую завалить электрическую. Да! Не зря!
Блядские турели! Или ненавижу. Голову не взять. Thank you.
О, нет. Заглядывать ей через плечо такой. Надоели шоколадку. Проиграно. Ну, блядь, бывает хуже.
Окей, зажим. Кто будет? Плохо, что я оружку не прокачал. Мне может не хватить просто урона теперь. Если не будет убер серьезных шмоток, то надо, конечно, в оружку вложиться. Там геймченджеров каких-то. Да вот со следующей недели уже начну Боджу. С Титанопада начнем. Посидел, покумекал, с чего лучше начать, и понял, что Титанопад будет лучшей игрой, с которой можно начать.
Отменить свойства мне нельзя. Если бы я что-то на КИО подбирал, тогда можно было бы об этом подумать, а так нельзя. Сыр, наверное, брать. Блять, вот опять я проебал все эти. Ладно. Может, с него выпадет хотя бы пара ядер. Он теперь закрывается. Русский первым мороком в пятницу. А на русский так не любят ходить. Пейс с него выпало. Хотя должен быть 13. Ну посмотрим, что из этого получится. Например, на русский ходили, просто вели себя не очень хорошо, потому что преподаватель не могла себя поставить. Неделю с учительницей.
Кто его любит? У нас было очень много людей, которые любили русские. Бля, этого опять нету чела. Пиздец. Опять нету повысить оружие. Блять. И на вишенке мне не хватает из-за этого. И у меня опять дэмэджа не хватит на нее. Да неужели, блять? Контрацептив, если использовать ТИФУ как обязательство, я не знаю, у меня тут не написано, что ты пытался слово гандон использовать. Я получаю левел на этой хуйни всегда. Конечно, ты, блядь, начнешь срать! Извините.